С начала года в Сочи из-за выезда на встречную полосу произошло 29 ДТП, в которых 7 человек погибли и 54 получили травмы разной степени тяжести. Для предупреждения аварий сотрудники ГАИ с 1 по 5 августа перенесли маршруты патрулирования к местам, где чаще случаются аварии из-за выезда на встречную полосу. Видимо, присутствие экипажей дисциплинировало водителей. За 5 дней операции в ДТП на встречной полосе не пострадал ни один человек. За 5 дней проведения рейдов сотрудниками госавтоинспекции города Сочи было привлечено к ответственности 87 водителей за выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Кроме того, выявлено 24 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении одного водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 прим. 1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Административные материалы на водителей, нарушивших правила, впервые были рассмотрены на комиссии в ГАИ. Им выписан штраф, а 4 протокола на особо злостных нарушителей переданы в суд. Там и решится, останутся у них в ближайшее время на руках водительские права или нет.